Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами третий видеоурок по программе вязания крючком, который называется «Основы вязания. Узор в столбик без накида». Итак, нам понадобится крючок любого размера и любая толщина ниток. Начинаем. Вот у нас крючок. Вот у нас петелька на крючке. Мы отсчитываем третье. Первая считается, это которая на крючке. Вторая и в третью. Мы вставляем крючок. Накидываем. Протягиваем. На крючке у нас две петельки. Опять накидываем от себя на себя. И протягиваем через две петельки. Следующее. Вот у нас петелька. Просунули, продели, накинули, вытянули на крючке две петельки. Опять накинули и через две протянули. Следующая, вот наша петелька. Накинули, продели на крючке две петельки. Следующая, вот наша петелька, вставляем крючочек в петельку, накидываем от себя на себя, протягиваем, опять накидываем на крючок, образуются три, и протягиваем через две. Следующая петелька, вот, продели крючочек, накинули на крючок, продели. На крючке две воздушные петельки. Накинули от себя на себя и продеваем через две. Следующая петелька. Итак, мы дошли до конца этого ряда. Делаем, провязываем петельку. И последнюю петельку мы вставляем крючок, накидываем, протягиваем. И чтобы спрятать хвостик, мы накидываем две ниточки вместе и продеваем через две воздушные петельки вот эти вот. Переворачиваем. Вот какой у меня узор получается. Переворачиваем. Делаем воздушную петельку. И продолжаем вязать. Одну пропускаем. Вот эту вот. Продели через две верхние. Накинули на крючок. Вытащили. Получается две на крючке петельки. Накидываем на крючок ниточку. И продеваем через две. Следующая у нас вот. Мы продеваем вот через две. Вот видите? Раз, два. Через две верхние ниточки. Продели, накинули от себя на себя, вытягиваем, опять накинули на крючок ниточку и протягиваем через две. Следующая петелька, вот она у нас. Продели, накинули от себя на себя, вытянули на крючке две петельки, накинули на крючок ниточку и протянули через две. Итак, я провязываю до конца второй ряд. Последнюю петельку второго ряда я захватываю две, протягиваю ниточку через, получается, на крючке две, накидываю на крючок ниточку и протягиваю через две. Вот такой узор у меня получился. Высылайте мне свои узоры. С уважением, ваша Кристина, и до встречи на следующих видеоуроках.